С 5 по 12 декабря текущего года по поручению главы Республики Дагестан и прокуратуры Республики Дагестан в Хасавюрте проводится инвентаризация всех объектов предпринимательства, реализующих горюче-смазочные материалы. Для реализации мероприятия создана межведомственная рабочая группа. В ходе рейдовых мероприятий рабочей группе необходимо проверить наличие у директоров заправочных станций соответствующую документацию на земельный участок, на строение, о постановке на налоговый учет и по оплате всех налогов, а также договора аренды, рассказывает руководитель межведомственной рабочей группы начальник отдела предпринимательства управления торговли Узаири Хадисов. По словам Хадисова, в городе функционирует более 30 заправочных станций. На сегодняшний день проверено 19 АЗС и АГЗС. Служба пожнадзора, это служба Роспотребнадзора, служба инспекции труда, служба госстандарта. Конечно, все эти мероприятия до сих пор тоже в городе этими службами проводились, но сейчас уже целенаправленно проводятся эти мероприятия, так как ужесточены требования республиканской прокуратуры, городской прокуратуры и администрации города к этой работе. Автозаправочные станции приводят свою деятельность в норму соответствующих законов.